Еще несколько русских солдат взяты в плен. Они утверждают, что были вызваны на срочную военную службу. Господин Путин, прекратите обманывать наш народ. Вы говорите, что в Украине не воюют срочники, но это сплошная ложь. Вы бомбите мирные объекты и население. Город Мариуполь полностью уничтожен. Вы заблокировали все соцсети. Люди не получают точную информацию. Они в неведении, отметил пленный солдат. Другие пленные подтвердили его слова. Я Мустафа Агдамурс Сабиржанович, 18.02.1999 года рождения, проживал в городе Новосибирск, откуда призывался на срочную военную службу 21 июня 2021 года в воинскую часть 58-198. Я Полянов Олег Владимирович Патронов, 2.99 года рождения, родился в городе Тюмени, откуда же призывался на военную срочную службу 19.06.2021 года, воинскую часть 58-198. Леонид Чапурок Максим Евгеньевич, на 5.02.2003 года рождения, проживающий в Тульской области, призван на военную срочную службу 17 июня 2021 года, воинскую часть 58-198. Я Бабихин Алексей Дмитриевич, 12.07.2002 год, город Курган, откуда был призван на срочную военную службу военные силы Российской Федерации 03.07.2021 года, воинскую часть 58-198. Я Чеботаревский Андрей Ильич, 28.11.2001 года рождения. 2.12.2019 года был призван на военную срочную службу ВЧ 58-198, вследствие чего, без моего согласия, был подписан контракт. Все попытки разорвать его и отказаться были безуспешны. Только что мы посмотрели пресс-конференцию с Путиным, где он заявил, что спецоперация в Украине не принимает участие срочники. Он нагло врет вам, я пример тому. Товарищ президент, почему вы обманываете свой народ? Я и мои товарищи разоблачаем вас, говорим о том, что мы находимся в Украине, участвуем в боевых действиях, а вы обманываете тупо народ. Наше командование забрало наши документы, телефоны, бросило сюда на убой, не давая никакой информации. Вы заблокировали все соцсети. Людям неоткуда брать правду. Вы заблокировали Инстаграм, ТикТок. Зачем вы врете? Товарищ президент, в своем интервью вы говорите, что вы бомбите только военный объект. На самом деле вы разбомбили уже город Харьков. Бомбите город Мариуполь. От него практически ничего не осталось. Было снято ложное видео в городе Херсон, где якобы военнослужащие снабжают продовольствием мирных жителей. На самом деле мирные жители прогнали без труда, без оружия, без ничего, голыми руками вооруженные силы Российской Федерации со своего города. На самом деле такого не было. Хочу подытожить, Владимир Владимирович Путин, вы урод и лжец, вы обманываете наш народ. На протяжении уже 10 дней дезинформируете их. И хотели бы мы вам передать привет отсюда от срочников из Украины, которых вы послали на войну. Все дружно. Путин пошел нахуй!